Здравствуйте. Я всех приветствую. Как и обещала, выкладываю свое стихотворение. Это даже не стихотворение, это крик моей души, потому как я тоже бабушка, как я мама, имею внуков и детей, которые тоже посещают данное место, о котором говорится в стихотворении. Слушайте. Поднялась птичья стая, клином строится, кричат нам с высоты. Старших молодежь не понимает, ввысь спешат, не замечая красоты. Пробуй жить, друзей не предавая, если хочешь свет оставить доброты, только верной дружбой согревая, непременно сбудутся мечты. Старики ворчат, не умолкая, как же так, ведь обижаешь ты. Есть дорога в гору, но другая, и не стоит вам сжигать мосты. Вас Ютуб знакомит, увлекая, правила в Ютубе непросты. Ведь у каждого дорога есть прямая, и зачем на ней?